Вот, ребята, это, наверное, ужасная мойка. Самая. Я вам ее покажу. Вот. Вот это помытая машина. Ладно, вот я сейчас умывался. Вот нижняя, отними, берем. Вот. Вот. Смотрите. Сейчас, если настроиться. Все вот эти потеки, это помытая машина. Сейчас я вам покажу. Вот мы мыли две машины. Бак одной машины. Нашей, тоже нашей. А вот бак другой машины. Вот такой он должен быть. А вот такой он есть. Грязный. Ужасный. Никто ничего не моет. Итак, у нас поменялась мойка наша главная. Теперь вот так вот выглядит моя машина. Да и машина моя поменялась. Вот так вот вам видно, да, какая она чистая. Посмотрим, как на этой мойке моют. Я сейчас на Рено езжу. С этой стороны мы тоже увидим сейчас, какая грязная машина. Так вот процесс происходит. Вместе с прицепом. Цена примерно вроде 100 злотых, так было на прошлом мойке. Этой мойке сразу ее вручную прошли. Сначала все обдали пеной, потом смыли. И теперь сейчас закрыли зеркала, сейчас будут включать эту автоматическую. Собственно, вот и включилась сама процессия. Сейчас ее настроят, поднастроят. В общем, сначала как и легковая моется, потом так. Люди интересовались, как моют машину. Ну а качество я вам скажу уже потом в конце. Потому что после первой мойки я остался не в восторге. Кажется, такие мягенькие щетки. Хочется подойти самому обтереться, но они не совсем уж и мягенькие. Эта машина, ребят, сейчас я знаю, как всегда, она... Видео выйдет позже, вы уж простите, но эта машина, кто знает, я вот ездил со стажером, и теперь я высаживаю его, мы сейчас возвращаемся на Польшу, его высаживаю, эта машина остается мне, я на ней еду работать дальше, а он садится на другую. Теперь, когда эти, как бы, метелки эти прошли, теперь парень просто смывается опять, как обычная машина. Ну, ждем результат. Вот я выехал и решил вам показать. Это небо и земля. Бак остался только, конечно, грязный, но видно вам, да, разница. Здесь машину помыли гораздо лучше, чем было на той мойке. Посмотрите. Приятно посмотреть. Вот это что я не пойму еще тут. А что, это походу не домыли, вот и все, что ли. Ну а так в целом очень даже хорошо. По крайней мере, 100 раз лучше, чем было. Жаль, что они не моют снутри. И одна фара запотела, скорее всего, ударенная была машина. В общем так, открываем зеркало и едем. Я вам оставлю координаты этого места.